Да, чуть-чуть. А там сейчас Рома хапает. Да, я же когда с Болика ушел. Блин, у вас тут есть Falls. Видела новый, короче, альбом Falls? Хорошо. Кто вышел? Суббота вечер, я уже собираю свои вещи. Я уже почти опустошила комнату, то есть собрала уже все свои вещи. Остался только шкаф разобрать и сложить его в чемоданы и вынести. Нашла человека, который сейчас приедет и будет жить в этой комнате. А я пару раз еще в этот год, 19-20, буду сюда приезжать, но думаю, что буду жить в другой комнате, потому что она тут есть. Чтобы не платить полностью за эту комнату, я решила, что я лучше найду человека, который будет здесь жить, будет платить, а за вещи буду еще платить, но уже маленькую сумму, чтобы у меня было стабильно возвращаться в Варшаву. Потому что я очень надеюсь, что все будет хорошо. Еще завтра, в воскресенье, я надеюсь, что я починю свой iPhone. Имеется в виду, сегодня после ремонта ему поменяли дисплей, и, короче, у него яркость то падает, то поднимается сама, что меня очень дико раздражает, и за то, что я отдала 400 злотых за дисплей, и, короче, я еще завтра пойду, надеюсь, и он еще дисплей, знаете что, он, короче, когда вот так телефон лежит, и вы его вот так делаете, короче, он фиолетовым светится, и мне ребята сказали, что это, типа, не оригинальный, хотя мне сказали, что это оригинальный дисплей, потому что есть заменники, которые на 100 злотых дешевле, и я, короче, не знаю, что сделали с моим айфоном, и я просто в шоке. А началось просто все с разбитого, блин, я думала, это стекло, а это, оказывается, и... разбился полностью дисплей. Ну, короче, вот такие вот дела. В принципе, я все с документами поделала, у меня все в порядке. Я сегодня закончила, повысылала уже почтой все свои документы с подписями настоящими. Куда еду, еще не скажу. Скажу немножко позже. Поэтому погнали. В общем, что я беру из вещей, это базовые мои цвета: черный, белый, бежевый. Худи белая, гольф бежевый, вот вы, в принципе, все видите. Ну, еще по цветастым мои любимые новенькие кроссовки с радужкой, в которых я поеду. Это чтобы ходить там, туфли классические куда-то на выход и ботинки более на осень. Ну, и еще на холод возьму свой пуховик, который длинный, но не особо... грубый такой, чтобы одевать можно даже футболку под него. Ну и непоглаженная рубашка на всякий случай. Ну и две шапки на случай холодов. У меня будет страховка, но я все равно на всякий случай беру все, что мама дала мне в аптечку на первую, если что, помощь: живот, нос, горло. А вот это вот вообще дикая штука, которая спасает, когда болит горло, и согревает очень сильно, вообще советую. Собираю чемоданы, на меня напала какая-то такая грустинка, я не знаю, что ли, какое-то беспокойство. Не знаю, снова из-за того, что я, наверное, одна, у меня нет никакой поддержки, я ни с кем, ничем не делюсь, и пытаюсь сама совладать со своими эмоциями. Но как-то еще плейлист, блин, пошел такой грустный, и я просто в шоке, меня просто накрывает, я понимаю, что это вечер, и знаю, что утром все будет гораздо лучше, но сейчас настолько все как-то, блин, странно, такие смешанные чувства, блин, я уезжаю, я так этого хотела, но всегда вот, у меня так всегда, что типа дорога к достижению какой-то цели намного вкуснее, чем сам праздник, как говорится, то есть привкушение, то есть сам процесс, когда я шла до этого, для меня был намного круче и намного интереснее, нежели вот я уже сейчас... уже в конце пути к достижению, и, блин, не знаю, еще я не забронировала хостел, и у меня не будет жилья в город, в который я пока что еду, и постараюсь завтра, наверное, сделать бронь. И, в общем, вот, да, я приезжаю в чужой город, там, где меня никто не ждет, у меня нет знакомых, мне нужно найти жилье, но у меня лимит тоже по сумме, поэтому... Я надеюсь, что я найду кого-то, кто мне поможет найти жилье, потому что через интернет не хочу переплачивать, потому что там какие-то посредники, которые
хотят задаток в сумме 150 евро. Сейчас лягу спать пораньше. И утром все будет намного прекраснее и яснее. Я только что сидя закрывала этот чемодан. Пытаюсь сейчас просто всунуть туда что-либо. Current situation. Вещи, которые не поместились мне. Чемодан уже собранный. Макулатура, вышивка, подушки, одеяло, рюкзак с документами. И ну что, куча мусора нашлось. И еще косметика. Вот так выглядело мое расписание на первом году. То есть мы учились вот 5 дней в неделю, первый год. Это первый семестр, это второй. Это второй год, первый семестр, второй. Или наоборот. Ну, в общем, тоже. Но дни уже уменьшались. Тут мы не учились иногда в среду. Тут мы не учились в понедельник. Ну, и прийти на одну пару в пятницу удобно. А на третьем году, это первый семестр, мы учились всего 3 дня в неделю. На втором семестре, не разрисовала, мы учились вообще 2 дня в неделю. Это такая лафа, это просто идеально. Блин, это так мило выглядит, я не могу поверить, что я закончила 3 года. О, Jesus! Объясню, почему это так здорово, потому что вы учитесь, и второй-третий год у вас есть, вы уже адаптировались, и у вас уже есть куча времени для того, чтобы работать, или заниматься собой, или куда-то ходить, или просто, ну, у вас есть свободное время на все, что вы хотите, и это так здорово, потому что ты выходишь с универа, и у тебя уже просто личная жизнь, у тебя никаких домашних заданий нет, тебя ничего не напрягает, и ты просто свободен и независим ни от кого, и это вообще очень здорово, потому что в Польше, я считаю, ну, в частных универах, не нагружают учебой, все дают как бы порциями и как бы достаточно, не льют воду, и поэтому интересно. Не знаю, на моем факультете менеджмента было интересно. Ну, некоторые предметы, конечно же, были неинтересные, они были скучные, они были неполезные, никому не нравились. Но потом уже с каждым годом у нас уменьшались предметы, и на третьем году, на пятом семестре было очень-очень интересно, потому что были такие самые классные, креативные задания по предметам. Ты приходишь, там, создаешь бизнес-план или презентации, особенно вот я научилась очень круто, что быть уверенной при презентации, которую я сама сделала, уверенно о ней рассказывать, а не читать чисто слайдов, потому что говорят, типа, ребята, вы читаете, то есть такое чувство, что это неуважение к тем людям, которые сидят в аудитории, потому что вы думаете, что ничто, читать не умеется слайдов, поэтому научиться как бы комментировать и другими словами рассказывать презентации, и, в общем, здорово, здорово, мне безумно понравилось учиться в Польше 3 года на бакалавре, на менеджменте с маркетингом на третьем году, здорово, это классный факультет, и очень многому чему учат, даже в личной жизни, в саморазвитии, и, ну, здорово, что могу еще сказать, я лично советую всем САН и менеджмент, кому интересно, обращайтесь с какими-то вопросами, я вам отвечу и расскажу все более подробно. Пока мой чемодан готов стоит, у меня еще есть немножко времени, я решила позабивать свои неготовые картины, то есть они вышитые, но сзади не забитые картоном. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Собственно, вот, вырезаем по 0,5 сантиметра и буду забивать сейчас по всей площади. Моя любимая, боже, как я её обожаю, эту картину. Я ж ніколи нічого не знала, як гречка там заховається. Де ти на перший раз зелену гречку їсть? Ні, може не перший раз? Душкец. Компромат. У водителей тихий час. Может вам помочь?
Слушай, Сережа, может ты хоть поможешь ты? Нет, Сережа уже out of. Я уже все. Сила. Давай, ты сможешь. А сколько тебе можно килограмм? 20, дурачья. Ну тут меньше, походу. Ох, тут точно не більше. А ну, з ваших хто-небудь. Зібралось. Не знаю, не скажу. Нормально. Не пустять. Та є щось, якщо щось вилежиш. А, да. А ти що, з нами їдеш? Ні, мені треба машину. А він просто чемодан хоче цей винести. А, і помочь вам чемодан. Догадала. Как выглядит? Все, ходим. Да. Ох, с Богом. И... Я просто кончусь, если так будет больше. Собираемся. 30 не может быть, я в ней 15. Да, сейчас остановился. Все, едем. Да хватит, уже снимай. Чем забыла? Все окей. Пацаны кругами расплываются районы. И о чем жалеть? Приехали. У нас еще есть холод. И мои новые радужные кроссовочки. Як Рево, як в дитинстві перед причастям. Направо. Тому що я не вправо лечу. От козявка ти. Обманіла мене. Рядишком десь, да? Так, ти брешеш, ти проголотиш. Ноуп. Немає. Немає. В общем, я уже прошла контроль только что, мои пальчики общупывали, проверяли, и дополнительная была проверка меня, потому что я забыла вытащить ноутбук. Но все хорошо, еще чувак спрашивал, что написано на моей футболке по-польски, и я ему объяснила, что типа сказала, что это тот, кто вдохновляет меня. Вот, сейчас иду к своим воротам. Бррр, холодно, улетаю туда, где теплее. Знаете, что странная штука priority, потому что ты первый, как бы тебя проверяют и пропускают, но ты дольше стоишь на улице в трансфере и ждешь тех людей, которые не priority, и зато стоят в тепле, им хорошо, но ты стоишь тут на сквозняке. Спала 24 часа, мы уже прилетели, все хорошо, но я поспала, наверное, где-то час или полчаса, и это был такой пауэрнэп, что я просто так бы хотела его еще продолжить, но боялась, что пропущу это красивый вид, когда будем приземляться. Я, в принципе, знала, что по левой стороне будет восход солнца и будет красивее, но что-то почему-то взяла на правую сторону билеты, то есть место, поэтому не особо было красиво, нет, было красиво, в общем, я такая уставшая, мне бы еще где-то поспать. Еще мы опоздали на минут 20.